У ефіры праграма навіны рэгіёна, у студыі Кацярына Градніцкая. Вітаю вас і сёння ў выпуску. Глядзіце. Звычайна ліпень цёплы, а жнівень са спякотай. Якім сіноптыкі прагназуюць лета? Від на горад паводле гравюры пачатку 18-га стагоддзя. Мастацкія работы для ўпрыгожвання Магілёва распачаліся. Кірмаш «Беларусь православная», камерныя хоры, свята калакольнага звона, міжнародны фестываль «Магутны Божа» ўжо гэтымі выхаднымі. Больш за 20 студэнтаў 5 вышэйшых навучальных устаноў Магілёўскай вобласці запрошаны на баль выпускнікоў у Мінск. Ён пройдзе з удзелам кіраўніка дзяржавы. Выдатнікі вучобы, пераможцы конкурсаў і алімпіад, актывісты. Для маладых людзей гэта адна з самых яскравых і запамінальных падзей. Нашы карэспандэнты пагутарылі з выпускнікамі перад іх ад'ездам у сталіцу Беларусі. Едзем на прэзідэнцкі бал толькі з пазітывам. И везем с собой позитив. Естественно, хотим получить только положительные эмоции, и, скорее всего, мы их и получим. А что нужно, чтобы попасть на этот бал? Ну, я президентский стипендиат и буду получать красный диплом. У меня свой собственный проект, электронная газета «Наша версия», которая в международном конкурсе студенческих изданий стала лучше не только в Беларуси, но и среди газет России и Украины. Более 50 научных публикаций, как-никак, вот за период обучения в университете. Но в любом случае президентский бал – это всегда приятно увидеть, не только себя показать, но и увидеть действительно креативную, талантливую молодежь со всей республики, познакомиться, обменяться контактами. Надо быть не только достойным представителем, но еще и красивыми. Что, пошили? Не пошили, но купили платье красивое в пол, как у принцесс. Едем только с положительными эмоциями, ждем от этого бала много интересного и нового, хотим услышать напутственное слово от главы государства. Прокуратура Республики Беларусь 95 гадоў. Літаральна ўсе сферы нашага жыцця з'яўляюцца зонай пракурорскай адказнасці. Пракуратура вядзе кантроль за выкананнем законаў у будаўніцтве, прамысловасці, сельскай гаспадарцы, на транспарце. Кантралюе працу міліцыі і органаў улады. Абараняе інтарэсы дзяцей і моладзі, змагаецца са злачыннасцю і карупцыяй. Павіншаваць супрацоўнікаў пракуратуры са святам Палац культуры вобласці прыйшлі кіраўніцтва Магілёва вобласці і ўсіх сілавых ведамстваў. Для прокурораў са сцэны гучалі словы падзякі. Лепшыя з лепшых атрымалі граматы і ўзнагароды. Ні адно государства не можа существаваць без строгага соблюдэння законнасці. Это законность и в отношении государственных интересов, и в первую очередь в отношении человека. Оградить человека от беззакония – это первейшая задача органов прокуратуры. Пра значныя асабістыя поспехі ў службовай дзейнасці да паспяховасці ўсяго падраздзялення. Начальнік аддзела па наркакантролі Кастрычніцкага РАУС Яўген Каўзуноў, лаўрэат прэміі «Дасягнення» у сферы праваахоўнай дзейнасць. З міліцыянерам па прызванні сустрэліся нашы журналісты. Аб службе ў міліцыі Яўген Каўзуноў добра ўяўляў з дзяцінства, прычым не толькі па кнігах. В милицию я пошел, потому что была мечта с детства. Как бы у меня отец работал в милиции, ну, хотел пойти по его пути. Вот. Ну, думаю, что не ошибся. Починав свою службу у кримінальному вишуку, а праз 8 годов трапив у отделение наркоконтролю. На посаді начальника отдела 2,5 года. Летос его отдел по выниках працы признали лепшим. Руководству виднее. Ну, как бы была проделана немалая работа. Было много раз наркотические средства изымались в крупном размере. Также нами были установлены ряд громких преступлений, так как пересечение через границу Республики Беларусь наркотических средств. Также были установлены лица, сбывающие наркотические средства, психотропные вещества путем закладок на городе Магілёва, так называемые закладчики. Спайсы, метадон, марихуана, наркотики синтетичные и рослинные подначали на Яугену Каузунову выявляли и граммами, и килограммами. Например, самая бульная партия 2016-го – 10 килограммов марихуаны. Незначимых задержаний не бывает. Наверное, они все значимые. Начиная с простого наркомана, заканчивая сбытчиком наркотических средств. Потому что все это как бы идет здоровье нации. Ведь сама наркомания, преступления, связанные с наркотиками, да, они являются латентными преступлениями. И даже один простой наркоман, он втягивает других лиц в потребление наркотических средств и психотропных веществ.
Работу начальника отдела наркоконтролю Кастрычніцкага РАУС высоко оценила не только керавництво ведомства. Его назвали лауреатом премии «Досягнення» у сферы «Правоохоронная деятельность». Наталья Ильинич, Виталий Алексеенко, «Новини региона». У целом больше за 100 тонн супрацовники Могилевской мытни разом с милиционерами конфисковали одразу несколько партий садовины и ягод. 6 спробов незаконного увозу у Российскую Федерацию санкционных товаров припынили супрацовники Могилевской мытни и милиционеры. По словам правоохранников, пунктом призначения нескольких партий яблок и вишень агульной вагой больше за 100 тонн у накладных значился город Орша. Однако ехали машины у інший бок. Грузовики с контрабандой затримали на мяже с Российской Федерацией. В одном из автомобилей находились более 11 тонн вишни, направляющихся из Венгрии, а в 5 других 93 тонны польских яблок. При проведении проверки установлено, что товар перемещался по недействительным товарно-транспортным документам, в которых указаны несуществующие места разгрузки. Согласно законодательству, ягоды и фрукты общей оценочной стоимостью более 157 тысяч белорусских рублей изъяты. По данным фактам, сотрудниками Могилевской таможни начат административный процесс в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Конфискованная продукция, как товары, которые худко псуются, отправлена в продаж. Традиционную прямую телефонную линию для населения у субботу 24 червня проведет старшиня Могилевского облвыконкома Владимир Доманевский. У гэты день с 9 до 12 годин можно будет звернуться до губернатора в области с хвалюющими питаниями. Номер телефона для совязи у Могилеве 50-18-69. Одночасово прямые телефонные линии пройдут во всех городских и районных выконавчих комитетах в области. Например, у Могилевским гарвыконкаме на совязь выйдет старшиня гарвыконкама Владимир Цумаров. Телефонуйте по номеру у Могилеве 25-84-42. А у Бобруйским гарвыконкаме на питание откажет его старшиня Александр Студни. Телефон у Бобруйску, по яким вы можете задать свои питания и выказать за уваги 76-21-41. У Могилеве каля ратуши на музейном будинку почали робить малюнок у стародавнем стиле, где будут герб Могилева и вид на город поводле гравюры початку 18-го стагодзя. Автор проекту – могилевский мастак Рыгор Шараев. Таким чином мастацкие работы для упрыгоживания города распачаліся. Вся надежда только на это – украсить. На улице Ленинской 5А Рыгор Шараю разом с коллегами распочиная працу. Яны переносят малюнки с кордону на стену. На творчий конкурс проставили с десяток мастацких проектов, але перемогла эта идея. На тему старых мастеров, потому что очень много говорят о современном работнике. А когда процветал город, о тех работниках почему-то только в летописях и только краязнаўцы, так сказать, ведаюць. Это старый будинок, ему как минимум более за сотню годов. Тут после ремонта музей истории Могилева планует сделать фондосховище и, возможно, открыть экспозицию. Пока же городские улады приняли пропанову могилевчанина сделать малюнок на глухой стене этого дома и оплатить фарбы и працу. Будут орнаменты по бокам. Потом будут два работника и герб Могилева. Герб Могилева зацвержены еще в 16-м стагодзе с постатями майстру. Дополнить вядомая выява «Град Могилев». Это гравюра, которая была смешанная на титульном аркуше книги «Житие святых». Книга была выдадена в 1702 году у Могилевской братской друкарни друкаром Василем Ващенкой. И эта выява является первой докладно датованной выявой Могилева. Мяркуется, что спотребится месяц, каб малюнок з'явился на этой стене. Илона Иванова, Юрий Власцов, «Новини региона». Кермаш «Беларусь православная» распочинается у гэтай выходные у Могилеве 24 червня на пляцовце побач с диагностичным центром. И он станет своего рода продмовой международного фестивалю «Могутный Божа», который пройдет с 25 червня по 2 липеня. Свой удел на гэтый момент подтвердили 17 краин. География от Нигерии и США до Израилю и Сербии. Международный фестиваль духовной музыки распачнется 25 червня у костёля Святого Станислава с уместным концертом камерного хора з Рыгі и Могилевской городской капелы. А с 26 червня по 2 липеня на площади Зорок будет працевать молодежная христианская пляцовка, где выступят и камерные хоры, и сучасные музыканты. 22-й фестиваль не отмовляет и конкурсную программу. 26 коллективов, около 500 человек, возьмут удел у конкурсных прослуховываниях. Как поведомили в отделе культуры Гарвыканкама,
чакама гала-концерт призначены на 27 червеня на стадионе «Спартак». Свята колокольного звона зладят 28 червеня, а 29-го для могилевчан и гостей города подрихтовали приемный сюрприз. Приезжает хор имени Пятницкого. Дает. Конечно, это легендарный, мы понимаем, российский коллектив, который расписаны гастроли на многие пятилетки вперед, будем так говорить. Но и вот, наконец-то, как бы, и график совпал с нашим, они примут участие в данном концерте. Это только некоторые пункты программы. Организаторы обещают, будет цікаво. Нагадаем, международный фестиваль «Могутный Божа» проводится с 1993-го, раз у два года. За этот час он стал яркой фарбой культурного життя Могилева и Беларуси. От допомоги хворым до будаўніцтва малочна-таварных ферм 300 юных бабруйчан выказали жадання працаваць у студэнцкіх атрадах. Пра заробкі і фронт працы Ангеліна Дзікун. Навучанка медколледжа Катя Заботина свой первый заработок атрымала за працу у больницы год тому. Хотел твои обязанности? Санитары, уборка. Помощь, транспортировка пациентов по отделениям на анализы. Первый студентский отряд Бобруйского филиала Белорусского державного экономичного университета уже завершил працу. Сочили за парадком под час проведения централизованного тестирования. Потратила на подарки для младшего брата. У него был день рождения, юбилей. А в этом заработала где-то примерно 1,5 миллиона. А что купила, если не секрет? Машинку радиоуправляемую. Зарплата невысокая, потому что работа сопряжена с неквалифицированным трудом, то есть это подсобные работы. Но она, естественно, будет не ниже минимальной. Но при том, что если ребята желают заработать больше, будут выходить в выходные дни и по просьбе нанимателя где-то задерживаться, то они заработают больше. Все лето у Бобруйску сформировано 16 отрядов. А это амаль 300 студентов и навученцев. Третина из них начала працу. У липени студотряды чекают на предприемстве теплоэнергетика, у Лясгасе, Жилкомгасе и медустановок Бобруйска. Выездные отряды у жнивни отправятся у сельгазпредприемства Красного пищевика, комбината хлебопродуктов, заводов ТДЯ и Агромаш. Ангелина Дзікун, Дмитрий Шауцов, новини региона с Бобруйску. У выходные дни на Могилевщине шакается теплое надворье, у паудневых районах до 26-28 градусов, а лес короткочасовыми дождями. Звичайна середня температура червня на Могилевщині – 18-23 градуси тепла. Але сьогодні червень не завсёди радує літній теплиню. Навіть з уліком того, що глобальне потепління відбилося і на нашому кліматі. Від 1989 року середня температура повітря у області повеличилася на 1,1 градуси. Між тим липень чекається теплий, жнівень со спякотою і недохопом опадков. При цьому треба пам'ятати, що довготермінові прогнози справджуються тільки на 65-70%. Про літнє надвор'я на Могилевщині і його вплив на життя людей розказав у інтерв'ю начальник Могилевського обласного центру по гідрометеорології і моніторингу навокольного осяроддя Миколай Костусів. Мы ожидаем все-таки на конец декады, 3 июня месяца, повышение температуры до 25-28 градусов по Могилевской области. Глядите полное интервью Миколая Костусева у информационно-аналитичной программе «Днями». Самая буйная гандлевая установа Могилевщины отзначила 70-годовый юбилей. У день народжения центральный универмаг у своих витринах зробил незвычайную выставу. У ее коллектив крамы имкнулся просошить эволюцию товаров, которые были у продажи с початку работы. У витринах одения, бытовая техника, посуд, самый старейший экспонат радиола 1950 года, амаль ровесник Сума. Пропоную ему бачить на уласные вочи. И еще больше интересных новин на нашем сайте tvrmogilev.by. А я с вами развитываюсь. До встречи в эфире.